И снова здравствуйте, всем привет. Итак, все-таки дошли у меня руки до старой задумки сделать полноценную футбольную команду, не одну. Ну и противники тоже должны быть. Сейчас все это дело вам покажу. Значит, пока в команде 8 персонажей, вратарь, капитан команды, ну и защитники, полузащитники, нападающие. Не хватает еще трех персонажей, именно лица у них разные. Где-то взял своих персонажей, где-то, значит, пришлось полазить, поискать, поскачивать, где-то что-то переделать им именно под мимику лица. Пришлось открыть им, сделать вот именно рты. Так, здесь у меня, значит, как его, ведьмак. Потом кто тут еще. Так, вратаря я взял именно из игры. Это, значит, разведчик. Потом вот этих персонажей тоже поскачивал в интернете, потому что, ну, нет у меня времени всех их вылепливать, переделывать. Именно хочу, чтобы они были индивидуальные. Вот этого я тоже сам делал. Так, ну а этот скачанный. Так, мяч тоже скачанный. Ну, возможно, не идеальный. Можно еще варианты поскачивать. Но это уже, как говорится, второстепенно не проблема. Так, давайте посмотрим, как они выглядят именно в The Brush. Здесь, конечно, полигонаж уменьшен. Ну, в принципе, ничего так, наверное, все-таки нормально вроде выглядят. Если будет с высоты вот это все дело происходить, камера будет снимать, то будет, я думаю, прикольный, можно создать или мультфильм, или хотя бы поединок, именно футбольный матч. Если кому-то понадобятся эти персонажи, они для скачивания именно в группе ВКонтакте. Возможно, кто-то из вас подкинет мне именно головы. Мне не хватает именно где-то 10 голов еще. Вот 10 персонажей мне разных нужно для другой команды. И 3 персонажа в эту команду. Так, давайте теперь в The Brush зайдем, посмотрим, как это все дело там выглядит. Итак, The Brush все это выглядит вот таким образом. Конечно, тут более покачественней. Тут и полигонаж 3 миллиона. Я именно делал повыше полигонаж, чтобы вот именно майка хорошо прорисовалась. Майка — это, значит, текстуры из интернета. Вот эти все надписи. Единственное, что вот для этой команды, для СССР, возможно, тут фамилии еще можно было писать, каким образом использовать, так, the plugin и использовать текст. Где он тут? Я его уже делал. Вот он, текст. Печатаем, подставляем и потом склеиваем именно майкой, и получается надпись. Так, ну давайте покажу, как все-таки это делается. Рассказать-то рассказать, но непонятно. Так, находим новый текст, печатаем, допустим, ну кто будет, пусть будет какой-нибудь Петр. Жмем Enter, сейчас появятся буквы. Вот такие появились буквы, мы их теперь должны перевернуть по спине. Ну и используя транспоз гизмо или geometry size. Вот здесь есть настройка именно размера. Можно его так по беликам уменьшать. Переводим его, значит, на спину и уменьшаем. Поднимаем именно до нашей майки. Выравниваем приблизительно размер букв. Ну пусть
как будет с СССР, значит, размер. Теперь что делаем? Заходим, выбираем кисточку стандарт, и ну, белые должны быть. Выбираем белый цвет. Давайте покрасим Петра. Ну, тут вот вопрос в чем? Что Петр, вы видите, что надпись-то ровная. Вот. Загибать ее, именно использовать Move Topology, это дело будет неинтересно. И поэтому вспоминаем о старой кисточке, которая позволяет все это дело облегать на какие-то детали, сферы, кубы. И вот сейчас ее нужно найти. Я ее давно и не пользуюсь, и пришлось ее, значит, искать. Итак, вот она, кисточка Maker. Как она называется? Current Brush Matchmaker. Мы ее теперь ставим побольше разрешения дропсайза. Наводим на нашего вот этого Петра. И протягиваем. Все, вы видите, что буквы легли именно по майке. Ну, теперь можно, значит, наверное, еще раз их покрасить. Ну, вот такая вот получилась штука. Возможно сделать Dynamesh при склейке. Ну и опять же, чтобы буквы не развалились на майке, сделать им побольше полигонаж. Добавить им дивайдов. Допустим, Ctrl-D. Видите, как распадается. Это будет нехорошо. Значит, нужно сделать... Так, давайте я немножко опущу от СССР, чтобы это было видно. И сделаем всему этому Dynamesh побольше полигонаж. Вот, теперь сетка тут стала поплотнее. И можно все это дело прилеплять, склеивать с майкой, и будет надпись такая. Итак, вот такие варианты, значит, это по майке. Ну, семерки, вот эти все буквы можно понаходить, значит, в интернете, и будет все зашибись. Эту стираем, закрашиваем красной и добавляем нам нужный номер. Вот такая штука. Так, давайте рассмотрим еще одну команду. Возможно, я неправильно выбрал именно форму, расцветку, потому что там форма, ну, она вроде как немецкая, наверное, команда немцев. Так, это вот второй номер. Этого персонажа я взял, значит, с лодки, где он с русалкой, этот персонаж у меня. Ну, кто заходил, видел, наверное, в группе эта модель есть для скачивания. Пришлось отрезать ему голову. Ну, такое что-то молодой Пеле или еще кто-то. Молодой, словом, легионер. Так, еще кто тут есть? Опа, это нет. Так, ну вот этот уже парень будет посерьезней. Он такой уже помощнее. Вот таких типажей, если у кого-то есть, повторюсь, головы, пожалуйста, подкиньте мне в группу ВК или... Пришлите как-нибудь по скайпу, возможно. Потому что все их, повторюсь, опять же, перелепливать это... Могу я их всех вылепить, но у меня сейчас времени нет, и это дело затянется надолго. А мне их как-то хочется увидеть побыстрее именно в деле. И тут еще в чем вопрос, значит, состоит. Персонажей, значит, много. Это получается в команде 11 персонажей. Делать отдельно каждому анимацию. Ну ладно, когда они там, допустим, будут бежать, и кто-то будет один вести мяч, вратарь на воротах, эти навстречу. Ну, сложная, короче, система это все дело завязать, сделать полноценный такой матч. Вот если кто-то занимался этим делом, подскажите, как все это дело раскидать. Как удобнее сделать анимацию. Допустим, ну, ведет мяч один персонаж. Наш, значит, у него должен забрать мяч и бежать с этим мячом к воротам. Ну, по-простенькому так, да? Ну, остальные персонажи тоже должны как-то двигаться.
хотя бы, чтобы так ракурс не заслонять, там, допустим, в кадре будет их не больше трех, но остальные все равно должны какие-то движения тоже на дальнем плане создавать. Если всех этих персонажей с анимациями закинуть будет на стадион, кстати, будет еще стадион, и если все это дело, значит, будет с анимациями на стадионе, это будет весить файл бомба, даже если, я думаю, линковать сцену, допустим, какие-то моменты, снимать даже если кусками, ну это будет жесть. Если кто-то делал такие масштабные сцены с добавлением множества анимаций, персонажей с ригами, подскажите, словом, как это все дело мне сделать так, чтобы у меня тут ничего не взлетело, не взорвалось. Так, ну вот такой вот поль. Наверное, напишу просто здесь, как это там, Германия, чтобы не заморачиваться с каждым вот этими фамилиями, как именами. Фамилии пишут, наверное. Ну вот эти персонажи будут чуть-чуть попозже, значит, вот эти. Если кому-то интересно поучаствовать, то файлы на скачивание в ВК-группе, я ссылку оставлю в описании. Ну вот такую вот штукой сейчас пока занимаюсь. Подключайтесь, помогайте с информацией, если есть у кого-то возможность, знания, желания. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока, до свидания.